носитель всегда приятно иметь в своем гардеробе абсолютно неповторимую вещь. Дизайнерская одежда уже давно стала доступна в Европе. Теперь возможность такой покупки появилась и в Чите. Отправляемся в отдел модника, который находится на цокольном этаже торгового центра «Галерея». Мягкая переливающаяся ткань цвета морской волны – россыпь бисера. Каждый элемент одежды вручную доведен до совершенства. Лавита – это эксклюзивная одежда начинающего читинского дизайнера. Освежающий белый, насыщенный желтый, зеленый или даже розовые краски призывают всех модниц порадовать себя невероятным сочетанием цветов и текстур. Летом украшения из драгоценных камней уместны далеко не всегда, например, на пляже или в путешествии. Тут нам на помощь приходит бижутерия. Яркие сумки, модные клатчи, различные бусы, броши и браслеты дополнят любой наряд. Много бижутерий не только допускается, но и приветствуется этим летом. Комплекты можно продумывать без всяких ограничений по цвету или форме. Яркие необычные заколки – безусловный хит и главный помощник в создании романтичного образа. Правильно подобранные модные аксессуары освежат ваш наряд, помогут грамотно расставить акцент в вашем образе, да и просто поднимут настроение. Дизайнерская одежда и огромный выбор бижутерии в отделе модненько. Для девушек, которые хотят получать от наряда эмоциональный, творческий заряд. Шопинг давно признан женским видом спорта. А вот современный мужчина не желает тратить драгоценное время на бесконечную беготню по торговым центрам. Теперь мужской гардероб можно обновить очень быстро и в одном магазине. Непременный атрибут гардероба делового человека – классический костюм. Фирменная классическая мужская одежда подчеркнет статус и респектабельность. Одежда для мужчин в этом магазине отличается не только высоким качеством, но и вполне демократичной ценой. Большинство костюмов представлены марками Birkland и Бутусов. Брендовая обувь Ralph Ringer – это комфорт, удобство, долговечность. И, конечно, необходимое дополнение к костюму. Джинсы универсальны и поистине незаменимы. Они подходят как для офиса и городских прогулок, так и для активного отдыха. Идеальным дополнением для них станут легкие рубашки и футболки, светлые майки, а также открытые сандалии. Аксессуары – как аромат для блюда. Вроде и не обязательны, но без них любой шедевр теряет свою привлекательность. Портмоне, сумки, ремни производства Италии и Германии, английские и японские зонты. Дополнительных деталей в мужском наряде мало, поэтому они должны быть качественными. Дорогие мужчины, если вам нравится качественная, удобная, практичная и стильная одежда, обязательно зайдите в новый магазин. Вот и он, долгожданный отпуск. Время, когда хочется побаловать себя увлекательным путешествием в экзотические страны или экскурсией в города России. Не можете сделать выбор? Вам помогут туристические агентства «Бриз» и «Афина Тур». Мы не предлагаем туристу читинскому только, допустим, Китай. Наш спектр обслуживания очень широк. Начиная от Китая, Черноморского побережья, ну и заканчивая Европой, Кубой, Австралии, Малайзии. В общем, мы можем выполнить любое пожелание туриста, пришедшего к нам. Если взять, допустим, новые места, которые имеются в Китае, такие как Вэйхай, для любителей морской кухни, это место надо обязательно посетить. Любое путешествие от экономичного Китая до роскошного Таиланда внесут в ваш отдых море положительных эмоций. С наступлением бархатного сезона возрастает популярность курортов Краснодарского края, где вы увидите всю красоту южного склона Большого Кавказа. Лучшее место релаксации, подаренное нам природой. Очень много сейчас россиян едут на Черноморское побережье. Во-первых, их интересуют все-таки новые объекты, которые там строятся, подготовка к Олимпиаде. Кроме того, там хорошо отработана система лечения. Там есть и санатории, и курорты на любой вкус. Есть и гостиницы простые. Очень часто мы отправляем, допустим, в санаторий Дарасунский, на нашу же Малаковку. Шивандоргучан реже. Любят наши туристы и Улан-Удэнский, и Горячинск, Аршан санатории. Где бы вы ни провели свой отпуск, главное, чтобы он был не только приятен, но и полезен. Туристические фирмы «Афина Тур» и «Бриз» гарантируют увлекательную поездку, а главное – качественное обслуживание при низких ценах.